На улицах Кимок на месте транзитных мусорных участков стали устанавливать видеокамеры, а саму территорию огораживать металлическими заборами. Всему виной недобросовестные компании, которые скидывают отходы производства в контейнеры, предназначенные для жителей частных секторов. До конца января комбинат по благоустройству и озеленению планирует оснастить все контейнерные площадки, где у нас выявлены несанкционированные навалы мусора камерами видеонаблюдения. Под круглосуточным надзором будет находиться 20 транзитных мусорных участков. Одним из первых нарушителей, кто сбрасывал отходы незаконно, стала компания «Всходня», производитель сумок. Коммерсантов обязали заплатить штраф 30 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа будет исчисляться сотнями тысяч рублей.